Проложил трубу, посади цветы. Представители Свердловской теплоснабжающей компании проводят в Первоуральске масштабную работу по благоустройству дворов. Речь идет о тех улицах, где сотрудники СТК ремонтировали трубопроводы. Теперь главное привести в порядок места раскопок. Сейчас во дворе по улице Трубников уже ничто не напоминает о раскопках, которые здесь велись несколько месяцев назад. Свежая земля готова для посадки газонов и цветов, детская площадка в ожидании детворы. Новым асфальтом уложены дорожки возле домов. Всю эту работу Свердловская теплоснабжающая компания проводит в рамках специальной программы по благоустройству «Реконструкция». Я считаю, что все надо восстановить правильно, ведь нам здесь жить хочется хороший двор. Вот не эти камни, где пройти невозможно, ни ребенку, ни нам, ни коляску. Хочется хороший двор, как и всем. Ремонт тепловых сетей здесь проводили осенью прошлого года. Жители домов жаловались на качество горячей воды, и энергетики этот вопрос решили. Для этого пришлось заменить 400 метров теплосетей. Жалобы были на горячее водоснабжение. Этот квартал 10 домов. После перекладки, значит, и восстановления циркуляционного трубопровода осенью прошлого года, зимой, значит, заявочек практически не было. Этим летом в рамках ремонтной кампании в Первоуральске энергетики намерены заменить более 7 километров теплосетей. Сейчас работы идут на улицах Ватутина и Космонавтов. Впереди масштабный ремонт трубопровода на Малышево и Чекистов, а также в районе Талицкого моста. На замену сетей СТК выделила 50 миллионов рублей и более 10 миллионов на благоустройство территории. Это на 40% больше, чем в прошлом году. У нас в этом году будет благоустроено, будем называть, порядка 170-180 тех мест. То есть все те раскопки прошлых лет мы полностью восстановим. Восстановим покрытие, восстановим асфальтовое покрытие, восстановим бордюрный камень и проведем озеленение тех участков, где был газон. Какие именно работы по благоустройству проводить, энергетики решают еще до начала ремонта сетей. Территорию двора фотографируют, чтобы в дальнейшем, когда работы будут завершены, восстановить площадки, дорожки и зеленые насаждения. Как будто и не было ремонта. Ульяна Шелькова, Евгений Шилов. Хроника дня.